Еще одна детская площадка в Мурманске оборудована в одном из дворов Первомайского района. Теперь местной детворе будете провести время с пользой для здоровья на свежем воздухе. Недавно во дворе по улице Баумана, 57, установили детскую площадку. Игровые сооружения включают в себя стандартный набор качелей, горки и рукоходы. Для жителей микрорайона такая зона стала долгожданным приятным обретением. Очередной раз мы ставим площадку, она бесплатна, хотя по закону город не имеет права ставить на дворовых территориях за счет бюджета детские площадки, только на своих территориях, а это дворовые. Но тем не менее, спасибо нашим бизнесменам, которые изготавливают абсолютно новые площадки, это новые, и бесплатно устанавливают их во дворах нашего города. Монтажом игрового комплекса занимались сотрудники управляющей компании, обслуживающей придомовую территорию. На плечи специалистов ложится и содержание объектов. Площадка на Баумана не первый пример успешного муниципально-частного партнерства. Это уже вторая детская площадка, которая установлена таким способом. И здесь очень важно отметить то, что вот эта вот вся скоба, она обслуживается одной управляющей компанией. В связи с этим, по просьбе жителей, данная управляющая компания установила вот эти вот малые архитектурные формы. Сейчас очень важно, чтобы жильцы Первомайского района бережно относились к площадке и ценили вложенные в нее труды и средства.